Да вот сюда вот становится и все. История простая. Вы никуда не едете. Вы становитесь вот тут где-то вот прямо вот тут вот прям. Короче, вы вытягиваете их на меня и ждем. Два с половиной тяжа ждем. А что еще тут делать? Больше нечего делать. Если бьют слева, все, мы просто вернемся и будем в аналке дефить. У них три яги, они должны, по идее, поехать. Да, поедут. Проверяй. Короче, я просто тут в рельефчике стану и буду ждать, пока они подъедут. Блин, сами, да и все. Что-то какие-то реально балансы дикие. Вот именно... Балансы... Просто было бы что-то полные. Одно. Или три ЛТшки там с одной ртой. Да. Или, например, там три рты с одной ртой. Это полная жопа. Верните новый баланс. Нельхалуфи это новый уровень. Опа, подожди. На каток мне? Попробуем. Каток можно пробовать. Дал, каток. Свожусь. Кинул хуй знает куда, там в ЛД скорее всего попал. Она пропала просто как раз перед этим. А ты кумулем стрелял или нет? Кумулем, да. Вот еще бабах. Бля, я КД! Ну ничего, сейчас успеешь. Она как, тебя прострелили, нет? Я просто тился, ЛТшка где-то на берегу стоит. Да, вот там ЛТха стоит, да. Все верно. Вот она, ЛТшка. А, вон она. Бля, ЛТху надо жахать. Да, ее надо. Пиздец. Вижу. Да, ты попал, скорее всего, по яге. Да, по яге ты попал. О, нахуй два косу марки за выстрел. Нормально, хорош. А ты поховик урон дал? Урон с катком, да? Урон с катком, братаны. 2200. Хорошо, все хорошо. Слушай, Серик, так может быть там желание к нам подогнать, да просто выйдем на семерку? Он фиг проедет. Сама вылезет. Я сейчас правее подъеду. Окей. Короче, я сейчас откачусь, и он вылезет. Да, откатывайся. Делай вид, что тебе страшно. Я свелся, я готов практически. Опа! Смотри, сейчас выйдет. Или четвертый кто. Ой, семка вышла тоже. Чел, семерка тоже вышла, видишь, я же говорю, выйдет. Да, все, откатывайтесь назад. Делайте вид, что вам страшно. Это просто лаки-шоу. Семка тоже вышла. Стоп, это заявка на три отметки, давай. Да, это заявка. Семка вышла. Смотри, осторожно. Я подойди, я не готов, КД. 140 сделать, смотри, что 140 делал, смотри. Опа, яга. Блять, не попал. Ну, оба семку ждается, она вот хорошо выходит. Спокойно, ребят, сейчас все будет. Начало охуительно. Здорово, Константин. За два выстрела. Сейчас главное не обоссаться. А мне кажется, сейчас они не будут лезть. Сейчас как раз таки, мне кажется, надо. Давай, отметку доделаем же, ё-моё. Пока ХП у них есть, у нас нету преимущества по ХП. Сейчас вот если этих двух дебилов слева убьют, будет вообще шикарно. Ну там ЛТшка не убьет. Все, я жду семерку. Я сейчас стану на подсвет, если она выйдет, чтобы застилась. Ладно, давайте по яге, может, не? Я думаю, надо потихоньку. Если ты можешь куда-то кидает. О, семка, слышишь, наглеет. Хорош. Так, давайте теперь сейчас по яге попробую еще попасть, вот тогда будем уже ехать. Давай. Вертика, да. Да, давай. Счет 3-4 нормально, мы успеваем. ЛТшку видим. ЛТ убиваем низко. Давай поставим, если пошел. Я семерку заберу перед ягой. Дал, найс. И труп. Не, давайте семерка сейчас еще вылезет, я ее доберу, тогда уже поеду. Если вылезет. Вряд ли она будет вылазить. Он тупой реально. Сейчас вылезет, я свелся, готов. Вот он. Ебать, а вот теперь едем. Ждем, поехали. Артака, да. Бабаха на берегу стоит. Давай, подкатывай. Ну, 140, блин, видишь, начинает играть. Ну ладно, мы не будем помогать. У нас яга есть. Не, потом... слушай, не едьте, пусть у 40-го ягу убьет. Мы стоим. Сейчас, мне просто тут надо очень большой... Блядь, тут Яг-Тигр. Ой, Яг-Тигр, Яга, в смысле. Сейчас. Да. Так, ну это забей. Оно чуть-чуть велдел. Не хватило. Да. А-а-а, это жопа пробила. Два шота. Короче, давай, подкатывай. Я подкатываю. Подгадывай. Слышь, Наска, ты можешь вообще не светить туда вот бах вообще, и чтобы она не светилась. Это не я ее светил, это Шеридан ее светил. Ну вообще, лучше не стой на всякий случай. Тут два шота, мы сейчас подъедем. Подожди. Ну типа надо, только я думаю подождать, чтобы он... Мы расчистим, а желание зацелит бабаху сюда, да и все. Ну давай. Что тут тупить ничего? Давайте я могу и этих подсосать, чё. Да, смысл 100 хп. Пробуй сюда сейчас выходи на ФВХу. Но не сейвите со 40-го, пусть его бахнут. Он вообще не нужен. Подожди, не убивай нас. А, ладно, всё. Весь хп. Ты готов на бабаху? А, ну вот тут мне надо сверху вылезти на нее. Ну, да? Выходи. Арта да. Стоит прямо здесь. Да, просто сверху выходи и все. Вот сейчас, подождите, еще еду. Давай. Вот так. Вот. Теперь я готов.
Я не вижу. Вот тут все крою. Сейчас. А, нашел. Бля, нашел. Я ей арта блайндом скинул. Я арта блайндом. Я ее практически не вижу. Стоп, ну есть еще яга, подожди. Может быть тебе поехать? Может вернуться? Вернуться. Давай, возвращайся. Не, вы тогда тоже со мной вернитесь. Да, да, поехали. Давай, бабаху. Не надо забирать. Пусть живет. Я просто на нам спину, может, он. Чувак, давай его заберем. Пусть живет, он 200 хп, ее 140 заберет. Да, ее так обоссут. Ее сейчас арта. Так, тут 970. Она едет прямо тупо, она тупо прямо. Ладно, забирай его. Все, тебе надо скинуть. Забирай на скину. Через колени иди. Забирай бабаху. Она топится едет, все. ТВП-ха там. Ебанутая. Короче, тебе надо ехать, чувак. Надо ехать. ТВП-шка. Не базу тебе решил? Я не базу беру, да? 430 вот в этом проходе стоит. Вот в этом проходе на захвате, в центральном. Вот туда яга едет. Если я туда встану, меня арта закидает, он отъедет от башни. Да, едь по сейву, попробуй ИБР там же. Мне надо ИБР сейчас убить, блин. Я собью, если что. Каток попаду. Да не попадешь. А, надо сбивать. Да все нормально. Да не, захвата они точно не возьмут. Еду, блин, ребят, долго еду, но я слева зайду лучше. Давай. Блин, ты зря там остался, кто там остался? Нески, ты зря там остался. Нормально. Или приеду сейчас через велик обратно. Почему? Да тут все нормально у нас. Не, если я сейчас тут... ИБР нужно убить. Упороться могут, ТВП та же. Хорошо, я сейчас тебе подъеду. А, она уехала? Понял. Сейчас 430-го тогда заберу, жди. Давай. Я сейчас к тебе подъеду, потому что ИБР может начинать кружить. Да, я скажу. А я уже. Как раз перед закрою, давайте. Арта, если что, тут стыдно. А 430-е по какой-то. Подожди, по какому-то совпадению. Давай, я сейвлюсь. Он прям сюда смотрит. ИБР спину, хорошо. Я люблю. Так можете выезжать его убивать, нет? Выезжай. Он меня на катке сейчас будет держать. Я сейчас танкану все. Давай. Блин, ладно, по тебе. Хоть даун. Дашь ему? Что такое? Давай толкаем. Да, дальше. Надо его столкнуть вниз. Добери. 906 хфа? Да. Добери. Ща. 2 секунды. Одна. Короче, дальше. Арта КД одна. Ёб твою мать! Арта КД одна. Все нормально. Ладно, 5300. Смотри. Ну, там ТВП еще фуловый. Вам ТВП не фуловый, 1100 хп 1100. Или 800. 1170. У нас все нормально, да. Этот бой можно на отметку делать. Смотри, да. Вам может быть обратно сюда поехать вернуться или не надо? Да, я считаю, да. Я ему, пусть на сюда встанет, сюда встань, а я стану сюда в эту вот яму и все. По-любому Яга может поехать. Блин, какой же чмо, он тогда... Так вам ягу и надо ловить. Сейчас яга будет или сюда ехать, или сюда будет ехать. Да, я думаю по центру поедет, да. Да. Давай, ты первый? Ты вправо уходи, я пошел дальше. Да. 600 хп у меня. Все, я на базе спас. Там будет ТВП. Арта 500 дала. Сервак, только будь аккуратненько, а тут будешь стоять. Арта стоит аж тут. Да, и тут, по-моему, тут одна еще. Только дала. Они все переехали. Так, все. 3 в 5 поехали. Кобра. Для хп нет. И команда Hellraiser остается 3 в 5 против команды Na'Vi. Короче, у тебя хп несколько сейчас, поэтому твоя задача будет, если что. Так, все, остановись там, чтобы тебя только не засветили. Я берег сейчас стану светить. Все, я смотрю вот это вот все. Я готов. Ох, ебаный брат. Жестко. Тут надо стоять. Надо ждать. Что ты светишь вообще, Жаня? Ты вообще ничего не светишь, правильно? Ничего не свечу, я сам не свечусь. Понял, ты отъехал. Ну, типа, я боюсь ТВП, который может вот тут проскочить. Я тебя понял. Я тебя понял. Пишут, что у меня еще по лаге блайнд, у меня 6300. Алло. Да, по яге, скорее всего, это ты попал. Да, может быть. Ладно, забей. Давай доигрываем. Доигрываем. Может даже десятку сделать. Не, а не, десятку вряд ли. Ну что, если ты всех убьешь? Десятку тут не... Не, ну если дам фулку по Яге и по ТВП, это будет уже 8300. Но надо будет еще 3 арты убить, да, это сложно, это нереально. Да. Не, ну если я Ягу полностью заберу на 2к хп. Тут просто сейчас все можно сделать, чтобы ты все, ну, как можно больше вывез. Все, как мне тут лучше стать? Да ты вот это ТВП... вот смотри, чтобы отсюда не выехал ТВП. Это, ребят, вполне возможно, что ТВП стрим смотрит. Возможно. Я тоже об этом подумал, честно говоря. Он сейчас видит нашу установку, думает, блядь, как бы взломать бы их. Так, Яга туда, Артас здесь туда. Чатя там расписывает. Да, сейчас он раскомандует своим пацанам, что делать. Ага, и мы тут увидим, блин. Мирбек, Чумирбек. Ребят, лайки не забываем прожимать, пацаны. За такой пот, пацаны, давайте. Мечтать.
Давайте 13 тысяч лайков прожмем. И подписывайтесь на канал. Кстати, можете подписаться на наших ребят, ссылка в описании на них. Да, если можно. Можно все 13 тысяч подписали сразу? Ну, тебе надо сервер что-то пообещать обычно. Очко оставлю свое. Не минского зрителя показать, да? Знаешь, я слышал среди танковых стримеров модно. Вопрос такой, смотрите, осталось 4,5. Мы вообще будем что-нибудь делать или будем просто до конца стоять? Я думаю, лучше дать урон, чем ничья. Прикинь, но если Яги нет не тут. Не тут она не будет, она вот тут просто стоит на похуй. Блин, а у них преимущество, они почему не едут, я не пойму. Я просто знаю, что могу предложить? Разыграть не тут, а наоборот, Джованни поставить сюда, а я при этом покрашу. Такой, 4 минуты, я бы уже тут играл бы. 4 минуты я бы уже здесь сложно играл бы. Да, но с других вариантов нет. Я бы здесь играл 4 минуты. А что ты там разыграешь? Ты наоборот... Ты чё, ну подожмём потихоньку. Под артой будешь там. Он, так выжимать будем вот это всё. А у них 3 арты. Они ты думаешь, ты тут под артой не будешь, блин? Нет, вот именно, нет, через ЗД мне будет сложно. Да там сложно, и там времени нету играть. Поехали сюда. Мне туда, мне только минуту доезжать туда, если там пару шотов еще дать, и нормально будет. Так а сюда куда вы поедете? Там что, не минуту ехать? Ну сейчас я буду поджимать, жопу пока отсюда зацелит пока. Ну надо играть. Нет, это я вам серьезно говорю, послушайте. 3,5 минуты, чел. Едь ко мне сюда, я тебе серьезно говорю, сейчас. Ладно, едь, пофиг, давай. Блин, братан, мне ехать туда 1,5 минуты. Нормально, так нормально. Куда нам спешить? Давай послушаем, давай попробуем. Нам просто пару шотов дать и все. Ты, Сервак, смотри, чтобы сейчас отсюда не заехал никто. Давай. Потому что если сейчас... Просто я думаю, Яка, она там и стоит. Вот я тебе отвечаю, она тут вот стоит, принимает просто. Вот я тебе клянусь, вот она там стоит. Вот и пусть, я сейчас... Вот это 2 кхп или сколько ты, там. Ты, короче, кого хочешь, чтобы я арт почпокал? Там или арты ТВП-шку, стоят, или арту. Здесь вот, смотри, видишь? Бля, да, Джованни, давай, она стоит. Ехал, давай, она стоит под себя поставлена, если что. Нормально все, да, успеешь. Разворачиваюсь. Все, она. Короче, на все. Блядь. Поэтому киберспорты закрыли, потому что, блядь, ебучие носки. Светани еще раз. Видишь, я был прав. Сейчас пробую. Две арты КД, они здесь две штуки. Три здесь, чувак. Все, едем обратно. Он отъезжает, он отъехал. Короче, видишь, мы пушим дурачок. Или что с ним тогда делаем? Да, давай надо. Давай посветим просто. Да подожди, куда ты собрался пушить? Садись. Сейчас я пробую посветануть его, короче. Три арты, прикинь, здесь в одном точке стоят. Они все, переехали. Давай. Это стрим. Ну, это значит, тут ТВП-ха стоит, просто светит подкатку. И все. Да, они бы нас разъебали, если бы мы поехали по один. Батя рандомно. Он отъезжает еще дальше, его там уже нет, надо мне ближе просто подъезжать. Смотри, я сейчас пробую. Нет, ничего, я просто еду. Гоу тут втроем. Давай. Вон, Яга. Есть, давай. Как ты его спугнул? Не. Я был в свете, блядь. Все, минус 2, она здесь, чувак, вот здесь стоит. Да. Прям здесь вот. Что делаем? Да просто есть шот, дай хотя бы по Яге. Да, по Яге постарайся дать и всем. Конченый петух. Вот это ВП просто в игнор. Это конченый петух, который палит стрим. Как и все остальные в его команде. Слушай, тебе надо танкануть, я теперь ваншотный для Яги Е100. Давай. Я говорил, типа, что Яга будет стоять АФК просто и все, надо ехать сюда. Ну это было очевидно. Я танкануть даже. Я говорил. А она наверху возле церкви, прям в тех кустах. Давай, я. Каток дай. Каток дал. Даун. Пробуй обновить каток на эске. 870. Каток еще, каток обновляй. Каток обновляй. Тебя надо толкнуть на эске будет. Но он сейчас быстрее меня откадешится. Ну да, пусть откадешится. Блин, она еще каток может. Надо рисковать походу. Или он что? Меня зацеливает или что он там делает? Да, он тебя зацелил. Я не смогу, я с оглушением. Неске, тебе надо толкнуть пытаться его или дать, да, ему... Да, толкни его. Потому что ты сейчас умрешь просто от арты. Сзади ТВП. Так, понял. Пизда. Нески вылетел, походу. Ты ж Нески вылетел, потому что он просто ехал назад, откатывался. Типа, не, да, он, походу, вылетел. Бля, ну все, мне пиздец. Да, вылетел. Стой, Нески. Вылетел. Я тут вместе просто сейчас разворачивался и пытался бахнуть Яги. Просто на шару. А, я, это вряд ли. Да, все, разворачивайся, пытайся Яги. Сейчас. В целом, да, он сейчас будет парывать. Ну ладно. Можно еще. Блять! Ебаная игра. Жестко. Сори. Слушай, ты можешь успеть. Хорош. Ну это отметка, чувак. Это отметка. Блять, не успел. Это отметка должна быть.
8300, нормально. 8300. Неска, видишь, батя, блин, угадал, что там будет. Все, это... Чел, это 9к, походу, слышишь? Это 3? Если ты блайн дал, то это 9к. Это 9к, если ты дал блайн, да? Я когда еще вылетел, так по кому еще дал? Или нет? Или просто ты уже блайн? Ну все, третья должна быть по-любому. Че, реально девятка урона? Ну почти, да. Если попа... Да, это 3 отметки. Сколько дал урона? По итогу дал... А нет, а я не попал блайндом по Яге. 8300. 8300? Сколько отметка ровно стала? Сейчас посмотрю. 95-62. Почти 96. Слушай, ну так как...